Біз ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына қадам бастық. Біз аз жылда айтынды елге, қуатты ұлтқа айналдық. Отанды қалтықсыз сүйу, оның суығын ашытап, ыстығына күйуді талап етеді. Менің бар ғұмырым ел тағдырмен еншілес. Мен ауызбіршіліктен айнымайтын ақ жүрек жұртымның қуатты ұлтқа, шырақты ұлысқа айналарына кәміл сенемін. Мы стали самостоятельной страной на исходе сложного 20 века. Каждый год независимости – это целая эпоха в истории нового Казахстана. Все судьбоносные решения давались нам непросто. Это были верные решения во благо нашей Родины. Они сплотили наш народ. Великие цели может ставить перед собой только великий народ. Мы готовы к новому этапу развития нашей страны. Это новые возможности, которые откроются перед каждым из вас, перед вашей семьей, перед нашей страной. Мы нашли свой путь, который сделал нас единой, сильной современной нацией. Это путь ответственности всех за судьбу нашей общей Родины. Великие открытия – это дело чистого разума и благородного сердца. Я от всего сердца благодарю всех казахстанцев за наши победы. Казахстан будет успешной державой, я в это верю. Я верю в казахстанский народ, верю в нашу страну.